Коллекция Stack T. Класс Stack T представляет коллекцию, которая использует алгоритм LIFO. Последний вошел, первый вышел. При такой организации каждый следующий добавленный элемент помещается поверх предыдущего. Извлечение из коллекции происходит в обратном порядке. Извлекается тот элемент, который находится выше всех в стеке. В классе Stack можно выделить два основных метода, которые позволяют управлять элементами. Stack или Stack? Давайте Stack. Итак, Push добавляет элемент в стек на первое место. Pop извлекает и возвращает первый элемент из стека. И Pick просто возвращает первый элемент из стека без его удаления. Посмотрим на примере. Вот наша восьмерка. То есть мы создали, записали стек тройку, потом пятерку, потом восьмерку. И в самом верху у нас оказалась восьмерка, ее мы извлекаем, записываем в переменную. В очереди остается только 5-3 в стеке. А восьмерка вот она. Теперь пример послабления с классом Person.
Ну, вот мы, получается, в стек загрузили имя Том, Билл, Джон, объекты класса Person с именами Том, Билл, Джон, и вывели это все на экран перебором, циклом for each. Ну, получается, он выводит в обратном порядке то, что последнее выходит первым. Джон, Джон, потом Билл, Билл, потом Том, Том. И теперь мы персону присвоили первый элемент, мы его закинули сюда из стека, и в стеке остался только Билл и Том. Вот у нас Джон. Можем также цикл запустить. Вот остался Билл и Том. На этом все.